спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В понедельник в Самарской области облачно, возможен небольшой дождь и гроза. Днем плюс 22, плюс 24, ночью 14-16, выше 0. Северный, юго-западный ветер будут дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, пройдет дождь, возможно гроза. Днем плюс 20, ночью плюс 15 градусов. Западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти на небе облака и небольшой дождь. Днем плюс 24 градуса, ночью 16 выше 0. Ветер северный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 23 градуса, ночью 14 выше 0. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 41%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.